Шана Това, дорогие друзья! С праздником вас, с наступающими праздниками еврейского Нового года. Но для меня этот праздник важен тем, что это праздник Господень, и он называется Йом Труа. Праздник, когда мы трубим в трубы. Очень важно, потому что он возвещает о праздниках и временах Господних. Это праздник, где мы должны слышать тот трубный зов, который Господь возвещает сегодня по всей земле. Важно слышать, что происходит в последнее время. Пожалуйста, слушайте трубный зов, и с праздником Лошана Това!